Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. На 5 девчонок сотни парней, и у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я себя оценил 100 баллов, потому что считаю себе все самые лучшие качества для мужчины. Захотелось мне так. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Ну что, девочки, по 500? Да, мы со дна не нужно брать. Давайте возьмем за 300. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Я больше всего люблю коньяк, еще больше люблю арманьяк. Мы завезли новую партию музла. А, то есть ты готов сделать предложение? В смысле? От него зависит, будут ли за него бороться. Я ва-банк иду, ва-банк, возьми меня. Девочки, давайте заткнулись все, все-таки я его выбрал. Ты видел, как он на меня смотрел? Или сольют. Нет. Уходи, уходи, уходи. Ой, не, пас. Пас. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Не удивил. Я пас, я английского не сильна. Забирай. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Ну я же сказала ва-банк, он меня все равно не выбрал. Пока. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Давай уже, выбирай. А двоих можно выбрать? Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Ну что, сыграем, девочки? Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Валентина, 25 лет. Обожает цветы, конфеты и красный цвет. Мечтает встретить парня, с которым всегда будет интересно и весело. Ольга, 30 лет. Настоящая хищница. Не советует другим девушкам вставать на ее пути к мужчине мечты. Ищет высокого, неизбалованного красавчика. Вероника, 25 лет. Дерзкая хохотушка. Считает, что чувство юмора – главное оружие женщины. Ищет симпатичного парня с большим потенциалом. Катя, 18 лет. Скромная и милая девушка. Любит английские любовные романы, ужины при свечах и хорошо воспитанных парней. Лия, 26 лет. Обожает черный цвет и харизматичных парней. Уверена, любая девушка меркнет на ее фоне. Выбираем за 300. Немало, давайте немало. Подороже. 300, я согласна, да. Если уж брать мужичка, так хорошего. Да, давайте мужичка подороже. Мужичка надо брать еще теленком, пока он не отселился. Все, давайте. Все, я готова смотреть. Да, давайте. Артем, 24 года. Уютный музыкант. Без ума от французской кухни. Готов достать звезду с неба для любимой. Девушке с ним очень повезет. А это все? Очень повезет. Ну, 24 года, какая еще биография? Я везучая. Я хочу, чтобы мне повезло еще больше. Да, я играю. Может, знаешь что? Он может тебе играть, пока ты его будешь бить. Еще и романтик, еще и готовит. Еще французскую кухню тебе будет готовить. Знаешь, посмотрю на это. Я так люблю покушать. Тем более, я так люблю французскую кухню. Да, я в игре. Да, побыстрее бы тебя уже забрали. Давайте сыграем. Я играю. Ну, где он? Я оценил себя в 300 сердец, потому что все качества, которые во мне преобладают, они выглядят на все 300%. Это и эрудированность, это бархатный голос, это адекватность, это восприятие, это понимание. Хочешь со мной кайфа, тогда слушай голос. Бархатные нотки в твою внутреннюю полость. Ты нежно прижимаешься ко мне, я твой тонус. На фоне остальных я приятный бонус. Тебе надоели парню, у которого 100 загонов, и ты мочишься от них, словно от лимона. Хочешь получать кайф от каждого дня, тогда просто подбеги и обними меня. Ого! Как дела, девочки? Так, расскажи, пожалуйста, что ты готовишь и как ты будешь мне с утра подносить французскую кулинарию? Сам ли ты будешь мне ночью выпекать круассаны, кофе? Ну, ты музыкант, правильно? Конечно, конечно.
Ну, о музыке я поговорю, хорошо? Хорошо. И сколько ты денег зарабатываешь в месяц на музыке? Слушай, тебя не переговоришь, дай поговорить. Ты можешь закрыть рот? Это опасная женщина, не выбирай. Она разговаривает постоянно. Ты будешь защищать меня от нее. Тебе придется в берушах спать. Падок. Конечно. Музыкой. Да, ужас. Мы будем бороться с миром с помощью музыки. Закрой рот, пожалуйста. Ты же начинаешь бесить всех. Расскажи, пожалуйста, что, какой инструмент у тебя, или ты поешь, ну, коль зачитал. На инструменте, пожалуйста, расскажи. Я выступаю по большей степени, это какие-то корпоративные вечера, тематические вечеринки, конечно. Ты ведущий или играешь? Тебе сюда. Бывает, бывает. Ты МС? Да, да. Ведущий, диджей, конечно, да. И диджей. Да. Закончил какие-то курсы, школу? Жизненный опыт. Жизнь. Да. Жизнь. Конечно. Я хочу повышать. Я думаю, это твой последний шанс. Я готова тебе его отдать. Это мой первый шанс. Скажи, пока, пожалуйста. Какая, да. Все молодец. Девушки тебя выбрали. Тебе кто-то нравится из нас? Да. Да. Кто? О-о-о. А вот не скажу. Как не скажешь? Скажи. Давай не томи, скажи уже. С кем бы ты ушел сегодня? Шалунишка! Оставим в тайне, оставим интриги, тайне? Конечно. Ладно. Да. Я уступаю его тебе. Я пас. Прости. Хорошо. А я повышаю. Оу. Слушайте, знаешь что? Я считаю, ты уходи потрясающий мужчина. Спасибо. Не дождешься. Ты шикарный мужчина, но рядом с тобой должна быть настоящая, спокойная, покорная поддержка. И я думаю, к сожалению, это не я. Но я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо. А как ты будешь меня по утрам будить? Это будет каждое утро твое будет именно особенным. Например? Это будет твой самый любимый кофе. Это будет... кофе, я люблю который... хороший кофе. Это будет кофе на руках на кухне. Да, конечно, да. На руках. Расплескал. Как захочешь, как пожелаешь. Окей, ва-банк. Какой ты видишь свою будущую жену? Адекватная, понимающая, любвеобильная. Чего? Любвеобильная? Да, да, да. Именно любвеобильная и понимающая, именно адекватно воспринимающая весь мой творческий путь. Допустим. Это про меня. Я буду тебя поддерживать, ва-банк. Девушка напротив меня в самом красивом платье. Как тебя зовут? Меня зовут Валентина. Валентина, я хочу, чтобы ты пошла со мной. О, как это мило! Я сейчас расплачусь! Ну, ладно, ладно. Браво, брависсимо! Ты мой зубик! Ну, спой нам рэпчик на прощание! Все, давайте уходить уже. Ну, споешь рэпчик нам на прощание? Ты будущая звезда? Посмотри, не уроди! А мы пошли петь! Пока, девочки! Пока! Пожелаем нашей девочке счастья! Вот так нужно быстренько уходить, девочки! Когда я вышел, мы с Валентиной сразу переклинули взглядами, и я сразу понял, что эта девушка будет сегодня со мной. Артем понравился тем, что он молодой перспективный парень, у него большое будущее, тем более он классно читает рэп. Если... получится, может быть, у нас даже дуэт получится, если вдруг вместе останемся. Но я пока не знаю. Я думаю, что с Валентиной у нас что-то получится, но время покажет. Я думаю, что Артема во мне могло покорить то, что я более искренне к нему отнеслась и действительно рассмотрела в нем потенциал, как парня. Ну и он действительно хорошо выглядит. Давай, пока. Удачи тебе. Пока. Пока. Чао. Мы искренне пожелаем счастья, правда? Мы не будем там в спину говорить плохие слова. Мы же девочки воспитанные. Ну не злись на нас! Твори добро! Пока-пока! Я пошла в банк, надеялась, что он выберет меня, но ей повезло больше. Вот и все. Я не считаю, что она красивее меня. Я тоже ничего. Ну, это жизнь. А в студии появляется следующая участница. Айгуль, 28 лет. Роковая красотка. Одного ее взгляда достаточно, чтобы сразить любого мужчину наповал. Ищет того, кто сможет ее по-настоящему удивить.
Ой, я говорю, ты знаешь, ты потрясающая, ты как Моника Белуччи. Можно я буду называть тебя Моника? Ну тебе это так идет? А, кстати, это твоя конкуренция, моя подружка тебя убьет. Она всех обещает убить. А я считаю, что она зря пришла. Да-да, она как только увидела твои ботфорды, это я тебе точно говорю. Ну, я как мышка, но у меня не конкуренция. Зря пришла, правда. Она как увидела твои ботфорды, говорит, я ее убью. У тебя шансов нет здесь. А в студии появляется следующая участница. Анастасия, 22 года. Девушка с нежной улыбкой и добрым сердцем. Ищет надежного парня для серьезных отношений. Давайте за 100. Давайте за 100. За 100? Не, ну, в 22 можно за 100, конечно, но я играю за 300. Я за 500. Все, смотрим по 100. Иван, 18 лет. Хулиган и романтик. Любит пиццу, блокбастеры и битбокс. Мечтает о веселой красотке без вредных привычек. 18 лет? Забирай меня скорее. Это, конечно, слишком. Целуй меня везде. 18 лет. Ну, пожалуй, я это выдержу. Я в игре. Я тоже. Я пас. Для меня маловато, я тоже пас. О, 18 лет, нет, точно не для меня. Пас. Я оценил себя в 100 сердец, ну, потому что 100 – это мое любимое число, и оно приносит мне удачу. Ух! Вау! Забираю. Джим плюет в микрофон. Браво, браво, ты молодец, мое золото! Мое солнышко! И давно ли ты увлекаешься музыкой? Да нет, ну так, с детства. Да нет, ну так, с детства. С детства? Мы сладкие, с детства ты увлекаешься. А ты давно школу закончил? Да. Да? Когда? Да, когда год-два назад. А тебя не смущает, если твоя женщина, девушка... Девочка, немного, ну, совсем чуть-чуть старше тебя. Вообще нет. То есть ты готов брать ответственность? Конечно. А ты не боишься, ну, взять на себя настоящую ответственность чуть-чуть, и жениться чуть-чуть на ней? Чуть-чуть это лет на 10-15? Нет, не боюсь. Не боишься, нет? Принцесса моя, конкуренция моя подрастающая. Что ты думаешь? Ва-банк. Ой, вы знаете, девочки, я все-таки... Желаю для себя лучшего мужчины. Поразвлекайся с Анастасией, а потом позвони мне, ладно? Боже, они прям как Ромео и Джульетта. Счастливо. Пока-пока. 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 Мы с Настей примерно одного возраста, и мне кажется, с ним можно будет быстрее наладить общий язык, найти общий язык. Мне Иван понравился, потому что... подходит под мой возраст, то, что он очень общительный, красивый. У нас, кажется, у нас с Настей сложится дальнейшая судьба. Я думаю, у нас с Ваней все получится, даже более дальнейшие отношения, которые, может быть, перейдут в брак совместных детей. А в студии появляется следующая участница. Виктория, 30 лет. Гордится своей экзотической внешностью. Прекрасно готовит, ищет мужчину с твердым характером. Виктория, ну признайся, у тебя наверняка уже есть муж, и ты пришла сюда за молодым любовником. Я ни за что не поверю, что ты еще не встретила своего мужчину. Нету молодого человека. Нету молодого человека? Молодого нету, а старого мужа есть? Нету, пришла. Что ты с ним сделала? Выгнала? Ничего не сделала. Признайся, убила, отравила, ну что, ну колись. Ничего не делала, сам ушел. За сколько парня берем, Виктория? 500. Ты должна чувствовать. 500. За сколько? Правильно, правильно. Вот первого мужа выгнал или сам ушел, но ставки не опускаем. Нет, я не согласна, 500. Я считаю, в данной ситуации, ну, надо смотреть реально на вещи и по 100. Давайте по 300. Так, тебе только за 100. За 100. Нет, Виктория, мы сейчас быстро выберем тебе мужа. Давай 100. Давай смотреть реально на вещи. Давай по 100. Давайте по 100. По 100, да? Ну, как быстро согласилась. Правильно. Гаиб. 20 лет. Программист, спортсмен, кинолюб и сердцеед. Ищет очаровательную бестию с первым размером груди. Виктория, а какой у тебя размер груди? Второй. У него второй, видишь? Второй, ну, все. С первым.
Врешь, ничего. Нет, я не верю, девочки. Я хотя бы ничего не скрываю. Пожалуйста, вот все, что есть, то и показываю. Я играю. И это правильный выбор. А я, пожалуй, тоже сыграю. Я, знаете, натура увлеченная. У меня размер побольше, чем 1-2. Ой, не артистируй, я тебя умоляю. И я пас маленьким для меня. Я тоже пас. Грудь у меня 3-го размера. Программист и спортсмен. Да. Я поставил себе 100 баллов, потому что я чувствую себя по 100 баллов. А покажи. Все. Спортсмен. Какой у тебя размер, ну, спортсмен? Как ты спортом, насколько ты назанимался? Ну ладно, ладно, перестань. Давай, давай, давай. Нет, полностью, полностью, все. Да-д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 а. Все же. Вау. Где твои мышцы? Стоп, 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 стоп. Сделай так. Оле. Давай, кидай нам. Будь послушным мальчиком. О, умница. Откинь вправо. Откинь. Какой послушный. Мой золотой мальчик. Я пас. Мне кажется, вы идеальная пара. Мне тоже так кажется. Ва-банк. Мне кажется, сегодня я соединяю женские одинокие сердца. Я предпочитаю мужчин с красивой грудью. Но у тебя так себе. Поэтому я пас. Джимми, Джимми! Ача, Ача! Джимми, Джимми! Ача, Ача! О, мы уходим, а вы оставайтесь, ждите своего принца на белом коне. Ловушки. Пока, пока! Удачи тебе, Виктория! Меня ГАИ привлек тем, что он программист и спортсмен. Программисты — люди умные. У них технический склад ума, я люблю умных молодых людей. А спортсмен, значит, он следит за своим здоровьем и всегда сможет меня защитить. Я думаю, у нас с Викой все получится, потому что у нас сходится интерес. И я, когда ее увидела, я как-то чувствовала, что это она самая та. У нас с Гаипом, я думаю, сложатся отношения, но всякие отношения нужно строить. Мы будем их строить. А в студии появляется следующая участница. Марина, 32 года. Нежная нимфа с богатым жизненным опытом. Мечтает встретить мужчину, с которым сбудутся все ее мечты. Здравствуй, Марина. Привет. Скажи, ты нотариус или врач? Мне кажется, ты пугаешь мужчин. Я думаю, ты правильно сделала, что пришла на передачу, поскольку в обычной жизни тебе очень сложно встретить своего потенциального мужчину. Скажи, я права или я ошибаюсь? А, ты ошибаешься. Так что, у тебя на самом деле 2 человека ждут тебя дома, а ты пришла на передачу у нас мужиков отбивать? Конечно, а почему бы нет? Ну, попробуй свое счастье, посмотрим. Конечно. Я думаю, Ольга такая женщина, которая не мелочится по жизни. Давайте ставить за 500. За 500, конечно. Давайте попробуем за 500. Может, что-то путное попадется за 500-то. Максим, 26 лет. Друзья называют его Рокки, бывший боксер. Бьет головой, работает руками. Ищет умную, добрую и честную девушку. Бьет головой, работает руками. Нет, это явно не мой вариант. Девочки, я пас. Я тоже пас, боюсь мужчин, которые бьют головой. Так одну мою подругу один уже добился головой. Я пас. Играю. Это мужчина уже постарше. Я, пожалуй, сыграю еще и за 500. Думаю, должно быть стоящее. Думаешь? Надеюсь. Я себя оценил 500 баллов, потому что никогда, если я ставлю себе цель, я всегда добиваюсь этой цели. И с девчонками у меня никогда не было проблем. Почему такой стеснительный? Работаю. Ручки расслабь, грудь вперед. Ты пришел девушек удивлять. Ну, скромно немножко стеснительный. Слушай, он реально подходит. Слушай, он не может 2 слов сказать, потому что бьет головой, а тебе как раз нужен такой мужчина, который, безусловно, знаешь, подчиняется тебе. Меня не устраивает такой молодой человек. Ты не уверен в себе, прости. Тебе поработать нужно над собой, над своей уверенностью. Я пас. Зря потратила 500 сердец. Я думаю, что молодой человек должен думать все-таки головой. Я пас.
Оленька, забирай. Бабы дуры, я его забираю. Я ей понравился, потому что, наверное, то, что целеустремленный. В первую очередь, мне Максим понравился внешне. Мы в дальнейшем, я надеюсь, мы с ним пообщаемся, и он раскроется больше. Я думаю, что у нас все получится. Мы будем делать все возможное, чтобы все в дальнейшем было супер. А в студии появляется следующая участница. Марта, 30 лет, обожает экспериментировать. Я могу быть любой, это про нее. Любит высоких, бритоголовых парней с тонкой душевной организацией. А ты такая Мальвина, да? Мальвина была с голубыми волосами. Ну, девчонки, ну, у тебя розовые, я никак не, ну, я не могу уже права. Розовый был в моде прошлой весной, я очень хорошо помню. Девочки, цвет уставшей розы, это цвет, который всегда в тренде. Ладно, девочки, завалили. Давайте. Давайте, все. Да. Смотрим за 100. За 100. Егор, 23 года. Работает в фармацевтическом бизнесе. Спас мир от чумы 21 века. Очень умный и при этом прекрасно двигается. Ищет милую, нежную девушку для веселого времяпровождения. Я выбираю этого мальчика за хорошее чувство юмора. Мне кажется, хороший парень, надо брать. Играю. Хорошие характеристики. Я беру. О, сколько соперниц. Будет выбирать уже нас. Я тоже сыграю. Ну, я тоже сыграю чисто из любопытства. Что же вы все в нем нашли? Он счастливчик. Арр. Давайте, арр. Сто баллов – это, казалось бы, немного, но я знаю, что у меня есть потенциал и у меня есть куда расти. Поэтому я решил создать задел на будущее, оценив себя в 100 баллов. Я хочу, чтобы вы создали такт. Раз, два, четыре, раз, два. О! Вау, вау, вау! Достаточно, достаточно. Не-не-не. Браво! Браво! Я боюсь захлебнуться слюной. А закатай немножко рукава. Вот так вот закатай, как будто ты брутал. Ну не вот почему так. Как будто? Ну что это вообще? Ты рыбак? Закатай, нет, ну на рыбаки раз. Рыбаки так не ходят. Рыбаки ходят все читают. Подойди ко мне. Подойди вот сюда. Вот сюда. Давай. Какой послушный мальчик. Наклонись. Это по твоей категории. Марта, мне кажется, он больше по твою душу. Да, Марта, забираю его себе. Вы прям очень сказал, что у меня органично смотритесь. Вернись. Зовите меня розовая госпожа, проходи. Розовая Мамочка. Госпожа? Может, ты так я не поняла, за мальчика? Знаете, заиграла. Да. Заиграла. Так лучше. А ты каких девушек любишь? Вот таких доминирующих или которые нежные, спокойные, ласковые, милые возле тебя? Я люблю, чтобы у нас с девушкой была демократия. О, бери. Баланс, правильно. Я пас. А я вот люблю, когда мужчина. Я еще подумаю. Мужчина должен быть сильным, поэтому я тоже пас. Я вот все-таки тоже пас. Я думала, что будет что-то более такое интересное, а опять банальщина. А можно я спрошу, поговорю тогда? Нет. Смотри, я очень редко бываю дома, я много работаю. Я не готовлю есть, я не убираю дома. Тебя устраивает такая девушка? Разумеется, я буду ждать тебя дома и приготовлю тебе вкусный ужин. Уходи, все. И скулить перед дверью, когда ты придешь домой. Я говорю, пас. О, дура. А вот на твоем месте я бы тоже подумала. Хороший парень, смотри, генофонд. Все хочет... Да, да, но я не танцую, нет. Она хочет конкурентов. Она просто реально понимает, что в честной борьбе ни один мужчина ее не выберет. Ну не плачь, ладно, не плачь. Скажи им что-нибудь, а. Ну прости нас. Я же мужик, я должен держаться. Это жизнь. Все, что не делается, к лучшему. Я думаю, что никто из девочек со мной просто не пообщался как следует. Поэтому меня никто и не выбрал. Ай, все, девочки, хорошо с вами было, хорошо, что недолго.
Это взаимно, дорогая. Давай, пока.